Летом готовься к пожарам, зимой к чрезвычайным ситуациям. Утром в четверг власти областного центра оценили готовность нештатных аварийно-спасательных формирований, служб оперативного реагирования и жизнеобеспечения. На построении газовщики, полицейские, сотрудники МЧС, всего 15 ведомств в дежурном составе. Все должны быть в полной боевой, на ЧП среагировать без промедления, техника, чтобы в порядке, машины на ходу, специалисты ко всему готовы. Даже начнем с простого, это подача электроэнергии, подача воды, газа, тепла и то же самое. Спасатели выезжают на все случаи, которые могут случиться на территории города Иваново, вплоть до оказания помощи полиции или скорой помощи. После отчета участники строя отправились на службу. Конечно, в надежде на то, что никаких критических ситуаций ни природного, ни техногенного характера не случится. Хотя бы в эту смену.